Хороводы, народные песни, игры и конкурсы. В гостеприимном зале ресторана «Прайм» собрались дети самого разного возраста. Как совсем малыши, так и школьники. Чтобы приобщить ребят к народным традициям, организаторы подготовили праздник, посвященный проводам зимы. Ну и сюда пришли, так как на улице холодно, детям все равно, что же надо масленицу справить, показать, что это праздник. Мы приобщаем детей к русской культуре. И, соответственно, вот нам разрешили здесь провести мероприятие. И детки сегодня, как у нас будет небольшая театрализация. То есть сначала выходят скоморохи, зазывают детей на игрища всякие разные. Потом детки выходят, поют. У нас две песенки они споют. Про широкую масленицу и про блины. Дети познакомились с народными играми, которые любили их прадеды. Водили хороводы, держась за руки, вставали в ручеек и золотые ворота. Продолжился праздник выступлением группы «Ворожея». Гарри, ясно, если напрасно верила я, и сердечко болит. Татьяна Марунина и ее подопечные – частые гости в «Прайме». Уже не первый раз ресторан открывает свои двери для проведения подобных праздников и музыкальных вечеров, поддерживая талантливых вокалистов и хореографов нашего города. Для маленьких детей, в принципе, любая площадка, она будет актуальна, потому что они должны привыкать где-то пошире, потому что комнатушки, которые, например, в студиях разных, в школах, все это как бы не то даже. Здесь сцена есть, здесь, во-первых, мы не делаем это как концертную программу, мы это делаем как празднование Масленицы. То есть для детей это одно дело как бы и удовольствие, и в то же время показ себя, своих возможностей, способностей. Пока дети играли, родители отдыхали на уютных диванах, наслаждались изысканной кухней ресторана «Прайм» и пробовали специальное предложение из блинного меню, которое подготовили к масленичной неделе. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.